Сбрось, душа, свой страх греховный, и приди ты ко Христу. Из тебя своею кровью смоет всю нечистоту. Не страшись лишь веры только, и мужайся во Христе, ибо Он был тяжко мучим за всех грешных на земле. Он с тебя снял поношение, на себя Он их принял. И чтоб дать тебе прощение, Он себя на смерть отдал. На Голгофу вознесенный, чашу скорби Он испил. И с грехами вознесенный, ко кресту их пригвоздил. За людей, творивших грех, и свершив свой труд спасения, умолял Отца за всех. Из груди копье бросено, и вода, и кровь текла, жертвой Богу принесенной, смерть Христа всем жизнь дала. И проливший кровь совета примирил с людьми Отца и открыл путь правды света, путь к объятиям Творца. То, как Бог, как твой Спаситель, грешных с Богом примирить и дать путь в Его обитель, чтоб Творца могли хвалить. Он жертвой искупления за людей, творивших грех, и свершив свой труд спасения, умолял Отца за всех.